Всем самый добрый день, мои хорошие. Смотрите, как интересно. Это этот дрон летает. Видно, да, видно. Пришла группа товарищей. Не знаю, наверное, это экскурсию какую-то сюда к нам привезли. И они сейчас стоят. Там где-то парень управляет им. А вот он сел. Видите, у него экранчик. А я прям ближе буду. Я же его коллега, репортер. Видите? Ой, так интересно. Мне надо тоже такого купить. Так как классно, такие виды. Весь океан снимет. О боже! Лёша, боже! Им не понравилось. Ему что-то не подошло. Что-то пошло не так. Уже аж страшно. Видите, там камера на нем. Они видят себя как секта какая-то. Это что-то... Целая деревня. Жарко. Он хочет залезть, но он большой. Хотя не залез. Моя зойка. Тут меньше ходит песик. Он легко залазит под все эти. Ой, этому жарко. Он еле-еле залез. Какой прикид у чувака. А, ему этот дрон не нравится, летающий. Ой. Видите, какая штука. Смотрите на это чудо. И залез к людям. Это так заснуть и проснуться под тобой этот животик. Так я с ума сошла. Hello. 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 Be careful, dog under you. You see? Океан шикарный просто. Просто шикарный. А у меня свой дрон. Моя рука. Как красиво вода уходит с волной. Как красиво. Прозрачная, голубая.
я без интернета, вообще без новостей. Оказывается, 2 дня назад разбился самолет в Атлантическом океане. Ужас, лучше бы я не знала этого. Да, это ада, читала где-то. Ужас. Здесь, вот где-то здесь, в океане, разбился самолет. Кошмар. Ужас. Вот так вот пассивно проходит пляжный отдых. Там впереди барчик. Сейчас я покажу. Приближусь. Можно посидеть, там кофеёк попить, коктейльчики, кто там что хочет.